Современный логистический центр чебоксарского филиала Почты России переехал на новое место. Теперь в просторном здании на одной площадке разместились сортировочный центр, центр выдачи и приема посылок и участок курьерской доставки. Мы здесь объединили на одной площадке множество технологических процессов, оптимизировали ряд технологических процессов, что позволило нам облегчить, ускорить обработку почты, повысить качество ее обработки. Ежедневно сюда, в сортировочный центр, попадают отправления из Москвы, Казанского логистического центра, а также почта со всей республики. На ее регистрацию, сортировку и дальнейшую отправку адресату уходит не более суток. Благодаря автоматизации многих процессов здесь почти исключен бумажный документооборот. Все делается в цифровом виде. За день сотрудники обрабатывают около 78 тысяч отправлений. Быстрее и эффективнее стал работать и центр выдачи и приема посылок. Центр специализируется на отправке порционных отправлений от юридических лиц. Благодаря новому сервису «Личный кабинет» клиент самостоятельно осуществляет предпочтовую подготовку для дальнейшей пересылки своих отправлений. И прием таких отправлений от корпоранта занимает намного меньше времени, чем прием обычной посылки от физического лица. В соседнем зале находится участок курьерской доставки. Поэтому все почтовые отправления, которые должны быть доставлены курьером, сразу из сортировки отправляются адресату. Экспресс-отправление вручают как на дому, так и в офисе клиента. И что немаловажно, эта служба работает без выходных. И даже свой профессиональный праздник курьеры встретят на боевом посту. Я хочу поздравить всех коллег моих, всех работников Почты России с нашим профессиональным праздником. Пожелать им, конечно, здоровья. Пожелать Почте России дальнейшего развития, успехов и процветания.